завершается фестиваль «Золотая маска» в Таллине. Какое впечатление у вас оставил последний спектакль, который вот сейчас посмотрели? Все прекрасно любят. Очень свежо, современно, актуально. И самое главное, что я для себя чекнула, молодежь. Для меня это очень важно, потому что у меня дети в таком возрасте, чтобы мне бы хотелось, чтобы они хотели. Я за связи между зрителем и между артистом, связи между народами, между семьями. Главное, чтобы нашелся этот мостик, который всех их соединяет. Я считаю, что любой спектакль, даже если это комедия, должен заставить задуматься и оставить какой-то глубокий след в душе. И впечатления, которые получены после спектакля, они должны еще несколько дней или несколько часов как минимум перевариваться, и потом как бы успокоившись эмоции должны выровняться и превратиться в какую-то одну ровную приятную линию. Ой, спектакль вызвал бурю эмоций. Очень люблю этого режиссера, знакома с его работами. Этот спектакль такой, что я не могу даже сейчас собрать все эмоции в кучу. Это придет через неделю. Но эффект, эмоция огромная. Для меня это прям взрыв и современный театр. Вот такой должен быть. Прям это не единственный спектакль, который вам удалось посетить в рамках фестиваля «Золотая маска». Нет, мы много посмотрели, практически мы отслеживаем все. Мы посетили Онегина, ходили, потом мюзикл Чаплин. Поэтому мы разные репертуары интересуемся, нас все интересует. К сожалению, в рамках фестиваля посмотрел только один спектакль, конкретно вот этот. И игра актеров, конечно же, оставила прекрасное впечатление. Понравилась режиссура, очень хорошая постановка. И, в общем, конечно же, вначале немножко было трудно привыкнуть к тому, что происходит на сцене, но когда уже привыкнув и освоившись, уже получал удовольствие от постановки полной. Или в театр «Красный факел» Онегина. Тоже очень понравился, но хороший, легкий спектакль, где, в принципе, все понятно. Мне, как зрителю, было. Потому что я знакома с театром современным, а вот это было прям что-то... Пожелали «Золотой маске» 2016, которая будет в Таллине, которая уже начнется подготовка, наверное, завтрашнего дня. Новые прочтения, расширять границы, новые, не знаю, тилсы, артисты. Все самое свежее, чтобы было понятно и детям, и взрослым. Ну, если полушуткой говорить, то я бы пожелал в первую очередь побольше спонсоров, потому что без спонсорской поддержки организовать такое масштабное и великолепное событие очень сложно. Терпение, терпение, еще раз терпение организаторам фестиваля. Побольше хороших постановок, побольше хороших событий и побольше позитивных эмоций подарить нам всем в следующем году. Я очень хочу пожелать, чтобы она состоялась, чтобы она порадовала нас, чтобы она привезла еще больше спектаклей, и чтобы процветала и всегда знала, что ее ждут, что есть ее зритель, и что в Эстонии это большой праздник.